Перед тем, как начать наш мастер-класс, хочу сообщить такую маленькую информацию, которую я знаю про манулов. Манул – это монгольское слово, которое переводится как «дикий кот». Такие толстенькие такие котики, которые прямо симпатяги такие. У нас в Новосибирске, кстати, в зоопарке их очень много, и они пользуются большой популярностью. Это самые мохнатые котики. У них в квадратном сантиметре аж 10 тысяч волосиков. Представляете? Вот. Ну все, давайте начнем этих толстушек вязать.